Встреча уникальная, и я очень рада, что она произошла 8 февраля, в День российской науки, потому что наука и наука-дыра для Сарова – это, наверное, вот, ну, одно из основных таких направлений деятельности. Для ребят уникальная возможность встречи с представителями российского движения школьников и то, что Ирина Плющева нашла время и приехала, и еще раз окунула их в тот спектр возможностей, которые могут использовать наши замечательные ребята, это, конечно, просто вот то, что уверенно запомнится им всем. И вот этот завершающий, как говорится, танец гимна российского движения школьников, который мы все вместе исполнили, это тоже такой момент, который вот именно это и запоминается. Самые каверзные вопросы.